Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Ну что же, поехали на очередное задание. Давайте глянем по карте, что у нас тут будет. Так, мы с вами охотимся за Вильяверде, поэтому нужно нам найти его. Вот куда нам ломануть, вот этого я пока не знаю. Где у нас тут задания важные для нас? Это все файлы, все файлы. Даже, честно говоря, я не знаю, куда ломану. Вот сюда поедем. Надо придумать, как нам вбить клин между ЛВМ и лейтенантом Бента из Единства. Наройте что-нибудь. Наройте что-нибудь. Хорошо, мы нароем. Постараемся. Но для начала мне нужно похитить вот этот вертолет. Только вот как мне его взять? Ладно, попробуем. Каким-нибудь макаром. Я на мотоцикле. Так, еще раз, где у нас тут цель находится? Вот здесь. А, это он в воздухе, что ли, вертолет-то? Да, он в воздухе, ребят. Бесполезняк. Тогда что? Блин, у нас тут вблизи ничего хорошего и нету. Вот это засада. Ну, до сюда добираться, вы представляете, да, сколько? Путь. Хотя, в принципе, можно. Можно и доехать. Тихо, тихо, не убейся ты, блин. Только начали, блин, сейчас еще тут загремишь по полной программе. Давай, тихонько, тихонько. Не разгоняемся слишком сильно. Тут, наверное, можно срезать. Я так понимаю. Да-да, самое то, что нужно. Висельники висят. Казненные бандой. Так, вот с грузом, конечно, тут лучше не сталкиваться нам. Иначе за нами опять тут начнется охота. И нас завалят. Просто объедем, да и все. Так, нам сюда заворачивать надо, да? Да. Слушайте, у меня хоть правильно вообще курс-то выложен, выстроен? Такое впечатление, что не туда я вообще еду. Да нет, вроде бы все нормально. Кстати, вот вертолет у нас здесь есть неподалеку. Давайте-ка мы его захватим. Вот так вот. На нем будет проще нам добраться. Ну а там уже посмотрим, что придумать можно. А так нам с вами 5 километров туда придется. Пиролюзитовая шахта? Она современнее, чем я думал. За это спасибо Санта-Бланке. Они должны быть ей за это благодарны, верно? Картель построил этот рудник и все остальное. Рудник, кстати, безопаснее остальных. Хорош мне там, зашептал. Мечтатель, успокойся. А, ну все, 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 все правильно, мы едем. Я думал, что вертолет не там находится. Все, как раз он находится здесь. Но я думаю, что без боя нам его не получить. Поэтому придется немножко повоевать. Это я больше чем уверен. Как раз где-то вот тут он будет. Где? А, вот он стоит. Ёпрсты, тут бандосы везде. Да мне-то, в принципе, на них пофиг. Мне главное вертолет забрать. Ну давай, ты садись. И взлетаем по-быренькому. Как взлетать, ты уже забыла. А, все, отлично. Тихо, 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 тихо. Куда ты нафиг так разогнался-то?
Так, теперь выставляем нашу основную цель. Это у нас вот здесь. Вот сюда мы, ребят, полетим сейчас с вами. Так, ну, в принципе, все правильно. Не надо тут никого атаковать, пожалуйста. Пока нам и так хорошо, нормально. Будем без глупостей. Я надеюсь, тут ПВО-системы нет нигде, чтобы меня сбили с моего любимого вертолета. Ну что, 3 километра уже нормально. Так, надо будет где-то нам с вами недалеко приземлиться. Желательно вертолет сохранить целости и сохранности, он нам еще пригодится. Давайте немножко снижаться. Так, по чуть-чуть. Вот здесь, пожалуй, мы и приземлимся. Ну, а до базы добежим. Не так уж и далеко, 500 метров-то. Думаю, ничего не случится. Так, все, приземляемся. Потихоньку, потихоньку. Черта, не вижу из этих деревьев. Ой, тихо, тихо. Все, выбегаем. Чем ты там у меня ходишь-то? Давай возьми винтовку в руки. И ломанулись. Так, турели, это фигово. Вижу оружейную установку. Вот это плохо. Главное, чтобы там не было стрелков, иначе будет звездец полнейший. Кстати, о чем мы тупим-то? Мы сейчас туда поднимемся и посмотрим. Здесь один боевик. Где ты его видишь? Вертушка единственная на подлете. Смотри, оцелять. Сейчас я его нагрею, этого чувачка. Так, давай-ка возьмешь лучше мне автомат. Так, а тут кто-то есть. Стоит, наблюдает, а смотри. Отдохни маленько. Все хорошо. Я не вижу. Вон там, внутри огневой точки. Так, ну ладно, этого мы грохнули. Ё-моё, тут будет, по-моему, жестко довольно-таки. Так, давай-ка высмотрим кого-нибудь. Вдалеке вижу. Вижу цель. Так, давай-ка мы их... Ясно, выдвигаюсь. Пометим. Нужна позиция получше. Как будут готовы, сразу... Цель получена. Устроим огонь. Здесь готово. Цель номер 5. Появился один с пистолетами и пулеметами. Открываю огонь. Похоже, мы их рассердили. Фак, тут убежал урод, а? Сейчас тут тревога поднимется. Да что ж ты косишь-то так? Ай-яй-яй-яй-яй. Да никто и не шумит. Все делаем как можно тише. Так. Тучи сгущаются. Тихо, тихо, тихо.
чё, кто? Где? Пока никого не вижу. Можно было бы, в принципе, за пулемет за этот встать. Да? И заколбасить там всех. Бежит, бежит, бежит. Ну давай. Хорошо, пускай идут. Так, мои сюда подоспели. Как вовремя и как кстати. Так, ну что же, где там эти щенки? Где-то, походу, то ли снайпер секет, то ли еще кто-то, да, получается? Ну где он тут? Я его не вижу лично. Так, засек. Готов. Ну, кто еще? Блин, вертолет козырный стоит на крыше. Надо будет забрать. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Давай, выходи быстрее. Ясно. Цель выбрана. Выбрана? Тогда стреляй. Стреляйте, говорю, не хочет нифига. Вон они там бегают, разбегались. Типа спрятался. Отлично. Ну кто? Тут у нас еще кто-то бегает. Ну, сигналку они... Хотел пробить. О, тихо. Укрытие! А кто меня тут так расстреливает? Я что-то не понял. Фига там дают. Наяривают ребята. Черт, я не вижу никого, блин, но они попадают по мне. Так, давайте-ка перезаряжусь. Добраться до базы, блин. До базы-то мы добрались. Ну, что тут происходит? Это жесть какая-то. Высунься, чмошник. Иду на позицию. Давай, быстрее. Цель. Тогда видишь цель, стреляем. Нет его. Я понял. Кто-то здесь, вот. Вот он. Готов. Лагерь успокаивается. Они думают, что мы ушли. Лагерь-то может быть успокаивается, но я смотрю, тут кто-то под нами прям находится. И по всей видимости он хочет сюда забежать. Где ты, подонок? Выходи. Так, это мой. Что тут за бой не происходит? Никого же нету, блин. Оу! Какого лешего ты тут делаешь? Хмырь. Я почти в уцеле, ребята. Вы только поглядите. Похоже, это командный пункт картеля в Вильеверде. Здесь должен быть штаб местного босса. Давайте глянем. Я только за. Давайте посмотрим, где здесь кто и что и почем. Воу-воу-воу-воу! Да какого лешего-то? Какого хрена ты творишь? Да сам не знаю, что происходит. Ё-моё, блин, вот тупанул. Вместо того, чтобы взять, блин, автомат, блин, с этой херней бегаешь, блин. Так, вертушка единства. Она здесь нафиг не нужна.
Воу! Ящика с продовольствием. Контакт у ящика с продовольствием, блин. Так, мой уже там стоит. И второй здесь, отлично. Молодцы, ребята. Где-то здесь у нас есть какой-то ящик. Сейчас бабахнет, блин. Отлично. Ага, вот груз. Давайте его пометим. Радиотехника 50. Тут, я смотрю, у нас что-то новое оружие какое-то. Стоп, тут оружейный ящик. Как раз то, что нужно. Снайперская винтовка Драгунов СВД. Ну-ка, дайте-ка я гляну. Так, где у нас тут Драгунов. Вот она. Ох, ничего себе, я, наверное, ее возьму с собой. Так, погоди-ка. Это у нас получается... А, зачем мне две-то винтовки? Так, давайте-ка вот это мы заменим... на пулемет. Не, давайте вот на это. Он как раз с подствольничком. То, что нам надо. Отлично, так и оставим. Так, надо глушитель надеть сюда. Как у нас он надевается, я уже забыл. Осколочная. Какая осколочная, блин. Совсем все позабыл. Какие кнопки, что делают? Взял гранату, выкинул, а? Дурило. Так, тут не протиснуться. Мы идем прям в пекло, можно сказать. Вижу здание штаба картеля. Давайте глянем поближе. Награда картеля, возьму на память. Да, награду мы возьмем обязательно. Так, и переключимся на автомат. Глядите, какой арсенальчик. Самодельные патроны для дробовика. Мексиканские песо и мелкая дробь. Это автограф. Когда приятель кого-нибудь убивает, он делает это всеобщим достоянием. Давайте возьмем их и позвоним Боуман. Значит, тут какие-то суперпатроны еще. Замечательно. Так, ну я не вижу. Где тут у нас еще, смотрите, ящик с припасами должен быть? Неужели наверху на самом? Да, так и есть. Вот он, родной, стоит. Еще 50 радиотехники. Так, тут высоковато, можем разбиться. Слушайте, так я не понял. Ну, я проник на базу. Взял патрон, как улику. А что дальше-то делать? Ну-ка, что у нас по карте? Нифига нету. Ага, вот задание еще где у нас. Туда мы с вами и полетим, пожалуй. Интересно, смогу я залезть на крышу и забрать у них вот этот вот супер вертолет? Еще по кругу, что ли, бегают? Не пойму я. Что-то я не врубился нифига. Давайте так сделаем. И вертушка. Где она там у нас? Ага, вон она. Сейчас мы ее и заберем.
Египетский, смотри, вертухан-то какой. Просто с... и зарядить патрон монетками и дробью. В детстве, помнится, мой сосед заряжал дробовик каменной солью. Это серьезно. Соль не на рану, а прямо в рану. Эй, Булман, я знаю, как подобраться к приятелю. Мы убьем лейтенанта Единства и подбросим фирменные патроны приятеля. Заманчиво звучит. Беспринципно. Действуйте. Так, задача у меня — убить лейтенанта Бенто. Ну, думаю, мы справимся. Хорош дурить! А чё это было-то, я не понял. Чё случилось с вертолетом-то? С какого перепуга он упал? Ну-ка, работает еще хоть? Блин, еще функционирует. Чё за бред был? Так, ну что, ребята, подлетаем. Вот она, ихняя базёнка. Блин, где бы нам тут приземлиться-то побезопасней? Давайте, наверное, вот здесь вот. Снайпер уже палит, а? Так, выпрыгиваем. И побежали на разборки. Но в первую очередь... сигнализация. Вот ее нам и нужно в первую очередь снести. О! Тихо, полицейский. Куда это он побежал-то? Сигнал код рубили. Подкрепления они не дождутся. Это точно. Патруль Единства, нафиг. Так, ты прикрываешь здесь, молодец. Граната тут. Что ты тут стоишь? Ну-ка, блин, да? Дадут они мне хоть что-нибудь тут сделать, а? Давай, ребята, давай. Чертов урод. Где там следующий у нас? Еще двое где-то здесь стоят. Да какая, блин, перезарядка?
Да что ты будешь делать-то? Со всех щелей лезут. Ну, где ты там? Граната, ходу. Вижу, спасибо. Блин, мне нашего-то надо приподнять как-то. Он там бедный лежит, истекает кровью. А вот это уже, ребята, очень плохо. Чёртово дерьмо. Уже двоих потеряли, блин. У нас потери, потери. Еще и вертолет прилетел, блин, ну вообще жестяк. Давай, вставай, родной. Черт, еще болит. Еще болит, понятное дело, еще болит. Еще не то заболит сейчас у нас тут. Ну только высунься, гад, я тебя сразу тут пришью. Бежит, 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 бежит. Да сколько по ним стрелять-то надо, ё-моё, что-нибудь там в брониках, что ли, в офигенных. Твою мать. Чумошники, граната еще тут. Они бесконечны, что ли? Я не пойму здесь, блин. Да укройся же ты. Да куда укрываться-то, блин? Иди, блин, помогай там. Твою мать, забомбили. Жду, когда ты меня придешь, подлечишь, если ты вообще успеешь, блин. О, ребят, тут, по-моему, бесполезно. Смотрите, у них еще одна машина прибыла с подкреплением. Хрень полнейшая. Да я держусь, блин, жду тебя. Нет, стоит тут, выделывается, блин. Да будешь меня хилить-то, придурок. Спасибо. Что это за задание такое невозможное, блин, а? Что мы тут забыли вообще? Подставить приятеля. Ага, оставьте возле тела Бента патрон приятеля. Патрон-то я оставил, только как мне туда пройти, как в эту базу в ихнюю, чертову, а? Вертушка единства, тихо. Вот вертушки мне еще не хватало здесь, а? Вы посмотрите, сколько их тут, а? Так, короче, делаем. Наемников будем вызывать. Мы попросили поддержки повстанцев. Ясно, сейчас буду. Пускай помогают нам. Где же там бегаешь-то, чмо, а? Ну все, вертолеты подключились. Теперь полная жопа будет, ребят. Ё-моё. Всех своих парней потерял. О, мне тут что, весь день кровью истекать? Нет, братишка, не весь день.
чертовы вертолеты. Явились, блин, не запылились, а. Дай-ка я туда. Получил сосунок, блин. Вертушка, ложись. Да какого хрена ты по вертолету-то строчишь, идиот? Этот хмырь. На землю вертолет. Какой на землю? Я почти в уцели. Почти, почти, почти. Е. Вертушка, ложись. Индиан хочет смерти приятеля за убийство своего офицера. Мечтатель хочет его убить, чтобы задобрить единство. А вы разрушили его пиролюзитовый бизнес. Вы принесли в мир приятеля полный раздрай. Надеюсь, он не сильно расстроился. Вы можете расспросить его лично. Если он хочет жить, податься ему некуда. Только к нам. А я хочу знать все, что знает он. Координаты есть? Единство за ним охотится. Наведайтесь на их базу, осмотритесь. Может, удастся найти концы. Вам нравится давать невыполнимые задания? Появится инфа, дайте знать, прежде чем мы полезем к черту в дупло. Думала, вам нравится копаться в чертовых дуплах. Конец связи. В чертовых дуплах. Так, где? Вот оно, задание основное наше. Расклад такой. Единство охотится за скальпом Эльвея. Вы должны перехватить его первыми. Мы дадим ему возможность залечь на дно, а он в обмен посекретничает с нами о картеле. Угу. Утешительно, довольно-таки. Ладно, приятель в бегах, единство разыскивает его в связи с убийством лейтенанта. Ну что же, раз единство его ищет, это нам на руку. Полетели отсюда. О-о-о-о-о-о! Что такое? Что произошло? Врезался вертолет, что ли? Черт подери. Должны долететь. Когда найдут патрон от дробовика, единство обвинит приятеля в убийстве. И всей дружбе конец. Идем, попробуем еще что-нибудь замутить. Фак, а тут-то сколько этого единства? Ё-моё! От одних отстал, другие теперь привязались. Ё-моё, блин, добраться до базы единства тукан. И вертолет сломал. Вообще замечательно. Ух. Скажи, куда смотреть? В бункере. Стой, они тебя заметят. Я и так стою. Кстати, винтовка драгунов мне очень нравится. И стреляет достаточно быстро. И убойка у нее офигенная. Это база единства. Зря мы туда лезем, нам не настолько много платят. Хочешь пособие по слабоумию? Говорят, оно втрое выше, чем надбавка за боевые. Но там и лечение дороже. У нас, к сожалению, нету выбора, ребята. Так, а у меня глушак-то хоть стоит на винтовке или нет? По-моему, стоит. Это хорошо.
Так, давай сюда. Да что ты не можешь переместиться-то, ёб твою медь. Ляг, ляг, заляг. Так. Не попади по гражданским. Без оружейную установку. Минус один. Черт, нет у меня глушака здесь на ней. Я уже забыл, как глушак-то надевать. Так, это не то. Хрен с ним. Так, есть у них тут вышка, которая тревогу поднимает? По-моему, нет. Это хорошо. Это очень хорошо. Может быть, у меня даже получится как-то потихоньку пробраться сюда. Солдат единства СПП. Он один. Покажи. У входа в лагерь. Да он там не один, их там двое. Ясно. Выдвигайся. Мне нужен хороший обзор. Ясно. Цель по прикстрелу. Ты себя выдаешь. Так, он готов. Отлично. А кто вот здесь меня пропалил? Я так и не врубился. А, все, понял. Вон они в здании. Замечена цель. Осторожно с гражданскими. Цель номер три. Так, давайте тогда пометим. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Нужна позиция получше. И третьего возьму я сам на себя. Ждем команды. Все готово. Нет цели, повторяю, нет цели. Я же тебе сказал, чтоб ты навел, ё-моё, ублюдок. Не видишь, что ли, а? Нет цели. Так, ладно. Давай этого снесем, наверное. Ну и, в принципе, наверное, мы сможем здесь так пройти. Только если аккуратненько. Вижу бойца единства. Я не вижу. Вот в его точке. Третья цель. Так, минус. Все круто, все круто. Да ничего не круто. Ничего не круто. Жесть какая-то, прям на их базе тут шоркаюсь, а? Совсем чуть-чуть. Ё-моё, их тут кучи, кучи целые, бля. Засада. Появился один с пистолетами и пулеметами. Так, этого мы грохнули, ладно. Я вижу двух солдат единства. Вон там, рядом с контейнером. Давай быренько взламываем тут. По этим данным, в машине приятеля маячок единства. Надо поспешить, пока они его не нашли. Ну и где этот приятель теперь? Давай. Ага, теперь сюда, значит, нам надо. Расклад такой. Ну что же, я забираю вертолет. Мы дадим ему возможность залечь на дно, а он в обмен посекретничает с нами о картеле. Я полечу. Погнали. С базы единственное, просто взял вертолет и свистнул. Нормально.
Поздно поднимать тревогу, ребята. Ну а на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.